Сегодня в Финском заливе был дан старт одной из самых протяженных регат Северо-Запада. Регата «Балтийский ветер» проходит как крейсерская часть Санкт-Петербургской парусной недели по маршруту Санкт-Петербург, Ораниенбаум, Сосновый Бор, Высоцкий, Приморск. На старт первой гонки вышло 20 яхт в зачетных группах ОРС-1, ОРС-2, «Цетус», «Клуб деревянных яхт» и «Яхты свободных классов». Ветер порадовал спортсменов 15 узлами, которые на порывах раздувало до 20. Примерно посередине дистанции ветер начал заходить, и лавировка превратилась в попутный курс, а финишировали яхты у Кронштадта, опять же лавируясь. По результатам первой гонки лидерство захватили в классе деревянных яхт яхта «Мальва», в свободном классе «Ленидиана», в классе «Цетус» «Ариэль», ОРС-1 «Аксиома» и ОРС-2 «Бейберо». И мы посмотрели прогноз как бы вперед. Я не знаю, почему люди пошли под южный берег именно. Нам повезло просто. Как бы, конечно, лодка, конечно, не гоночная, она 38-го года, поэтому нам бы было тяжело выиграть. А так как все... Мы плохо взяли старт, честно говоря. Поэтому на нас никто внимания не обратил, и мы ушли туда, куда нам надо.